Национальным банком продлен срок приема и замены банкнот номиналом 2000-х, 5000-х и 10000-х тенге образца 2006 года. Старые банкноты можно обменять на новые до 1 февраля 2021 года. Они будут заменены только в филиалах Национального банка. Ранее сообщалось, что в октябре Нацбанк завершил 4-летний период изъятия банкнот номиналами 2000-х, 5000-х и 10000-х тенге образца 2006 года. Банки, национальный оператор почты и филиалы Нацбанка принимали и обменивали вышеуказанные банкноты на действующие денежные знаки национальной валюты. Банкноты были выпущены в обращение 15 ноября 2006 года и с 4 октября 2016 года перестали являться законным платежным средством. В Нацбанке эти номиналы были приняты до 3 октября 2020 года. Никаких комиссий не взималось. Тем не менее, по многочисленным просьбам тех, кто еще не успел обменять данные банкноты, Нацбанк продлил срок приема и замены банкнот номиналом 2000-х, 5000-х и 10000-х образца 2006 года. Старые банкноты можно поменять на новые до 1 февраля 2021 года. Национальный банк Казахстана продлил срок приема и замены банкнот номиналом 2000 тенге, 5000 тенге и 10000 тенге образца 2006 года до 1 февраля 2021 года. Мы приняли это решение, потому что получили многочисленные обращения от населения. Некоторые граждане, в основном это пожилые люди пенсионного возраста, по тем или иным причинам не успели вовремя обменять старые банкноты. Обмен производится для физических лиц исключительно в филиалах Национального банка. Также в Жамбылском филиале Нацбанка отметили, что законодательно закреплено понятие «базовая ставка», которая является основным инструментом денежно-кредитной политики и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики. Вышеуказанные нормы вступили в силу с 1 января 2021 года. Соответственно, с 1 января в гражданско-правовых и административных правоотношениях, таких как таможенное регулирование, налогообложение, уплата штрафов за просроченные суммы и так далее, будет официально использовано понятие базовой ставки. Жингиз Гани, Асылбек Жолшыбек, 77 News.